Ну что, день четвертый. Да. Экскурсия на реку Квай. Да. Ехали вон в том автобусе. Сейчас 2 часа спали. Первая наша остановка – это пит-стоп. Надо покушать. Решили остановиться в Макдональдсе. После чего у нас начинается экскурсия. Да? Да. Вот сухой паёк. Продают всякие штуки. Вон, взяли шапочку. Нас обрызгало пару раз там. Пермецом. Так что вот. Ну, мы счастливые и довольны. Потому что у нас Таиланд шапка. А так-то прикольно погоняли там. Внутри позирует, стоит там. Фокус-фокус. Шапочка превращается. Все, шапочки нету. И если пьяна как регулярно, это мужские телефоны. А теперь смотрим на фотографию. Вот когда здесь были на своих военных базах, отдыхали американцы. Кобра, сиамская кобра, как и королевская, они являются своими аристократками. И сердце роса растит сиамскую. Кобру. Причем она еще совсем не раздрастилась. Вот когда ее язык начнет быстро ходить изо рта и назад, вот тогда она уже начнет злиться. А пока он слегка бьет ее, сам перед нею стоит, сидит, показывается. А кобра видит, как курица перед собою и на расстоянии буквально 20-30 сантиметров. И прямо она смотрит. Мистер Сураса, как и все мастера, змееловы-дрессировщики, зная, что змеи тупые, ничего и никого не запоминают, но основываясь на знании физиологии
и их привычек, они это хорошо знают. Он показывает нам такие трюки. Посмотрите, кобра встала в вертикальную стойку. Она сейчас обездвижена практически. И мистер Сарасат может с ней покакетничать, поговорить, а потом просто бросить. А вот чтобы она так стояла и не могла вас упустить, никого не смогла упустить, для этого надо ей слегка зажать сосудики рядом с сердцем. И она смирная девочка у нас становится. Сейчас опять играется мистер Сурасад и даже пьет. А кобра ничего не делает. Опять поднимаем коброчку. Посмотрите с внутренней стороны. С обратной стороны, с внутренней стороны. Какая у нее шкурка красавица. Вот может создаться впечатление, что змея мокрая, противная, да ничего подобного. Кожу меняет один раз в месяц. Мы, девушки, можем только завистливо зарыдать в ответ. Один раз в месяц поменять на молоденькую, утопающую в змеином масле и коллагене шкурку. Так что Эна всегда, у нее температура ниже температуры человеческого тела. У кобры, смотрите, я знаю, что победили, конечно. Ой, боже, ну что остается, только жалеть кобру. Правда, попробуем до смертоубийства не доводить. Он цепляется сразу ей глотку, открывает ей рывком челюсть, пасть и два зуба вырывает. А после этого съедает ее. Да что ж такое? Ну спасайте кобру-то! Не отдает. Вот зверь-то, зверь какой. Причем кобры, они кусают нещадно мангуста. Ребят, а поблагодарить? Брось на я! И с вами задумка, а только из гостного места. Так и спят, и точно так же прыгают с мангровых верхушек, с корней вниз тоже таким же самым количеством. Они очень трусливые, и поэтому всегда вместе, и очень злобные. Когда они долго никого не кусали, он у них начинает дрожать кончик хвоста, а потом доходит до головы. Это уже змею бьет дрожь, ей надо в кого-нибудь вонзить свои зубы. И хотя у них 21 дне такой очень шилообразные зубы, 21 зуб, но у них яд не смертельный, как у кобры. Кобра укусит в районе головы или сердца, и все, 7 минут на молитву, и больше ничего. Даже не поможет ни один уже антидот или сыворотка. А вот мангровые змеи, здесь надо обязательно. У них хоть и полуядовитый, у них яд не смертельный, а полусмертельный, скажем так. Но надо обязательно сыворотку в течение 2 часов. А поставить все, через 6-8 месяцев все равно человек погибнет. Вот когда их яд попадает в кровь через 2 часа, то внутренние органы человека начинают разжижаться. Это как подлая сороконожка скалопендра кусает, например, мышку, и через день у мышки от внутренних органов остается один коктейль. Вот так же от укуса мангровых змей, если только не принять меры в течение первых 1,5 лучших часов или 2, вот все. Да,
резервивная макроверсия. Русский геморрой. И тогда доктор Рошна, Да, держите это. Ты меня сфотографировал? Да, да. Я сейчас снимаю. Снимай. На, забери, пожалуйста. Ну что, как ты себя ощущаешь? Кошмар. Молоденький питончик. Он сейчас он съест тебя. Он на меня смотрит. Спасибо. Капунькан? Какие картины здесь делают? Нифига такую сделать картину, это вообще пипец. Вот стоимость приблизительно картины такого высочайшего класса, такого размера, плюс страховка, плюс доставка, транспортировка до крупного порта вашей страны, который самым близким образом расположен к вашему живому городу. Вот приблизительная такая стоимость этой картины 8-10 тысяч долларов. То есть ничего заоблачного нет, но это вечное. Видео про то, как кому что, а Женьке лишь бы посвистеть. Ну да, наступает тайский свисток. Свисток. Тайский свисток, я бы сказала. Молодец. Это мы так деньги зарабатываем здесь. Пит-стоп, перекусить. Я взял фруктиков. А, ну если только арбузика, возьми еще. Слоники. Как твои ощущения? Ну, фиг знает. Надо бананами покормить тут. Вон сколько их там слонов-то. Там горы. Вот их дома. Угу. Жесть. А? Курица. Бо!
Мы там с слоником разговаривали. Да, Боту. А, булай. Тада. Banana? No? Banana. Banana, no. No banana. Не банана, не. На банана. А банана here, yeah. God, we hung a little bit today. Цветов народ. Жесть. Сейчас течением как понесет слона. Что, прокатились мы на слонах? Вон наши мани. Очистили свою карму. Потрогали его. Потрогали залысину их. А теперь смотри, это специально для ребят рыболовов-любителей. Есть такая прелесть. Хватай. Пески здоровые. Вон их там сколько плавают. Возьми на лёбок. Движение моего массажа мало, решил попробовать слоновый. Мужественно все выйдет. А можно? Можно? Да. Ну что, как тебе? Никогда в жизни? Так что вот
вот про все, про все, про то, нам 40 минут. Сходим на водопад, на то место, где он был, походим по фруктовому рыночку, пожалуйста, расслабились, зашли в 7-Eleven, можете взять ром тайский, вот они очень хвалят тайский ром, но советуют нам пить вместе с Кока-Колой. Вот займитесь вот такими приготовлениями. Мы приехали на водопады, так называемые. Пойдем водопады смотреть. Да, смотрим. Так, островки. Специфические. Какой-то лес тропический, да? Лес очень тропический, я бы сказала. Путь наверх водопада. Везде, да, бизнес. Вот такие вот. Скоро приедем в отель. Поехали в наш отель. О, нифига брызги. Приехали. У вас номер и гамак, там. У вас тоже гамак есть. А, у вас нет. У нас нет. Будем на этом валяться. Смотри, так, супер мега. Ну да, все постой, все хочешь. Ну это да, это отдых, я понимаю. Ну, не, а если поехать в какой-нибудь, не знаю, там, в Сочи или Геленджик, там вообще, бля. А там еще и жалко, потому что это, блядь, Сочи. Мама. Мы в том году, не в том году мы на Кипре были. Ну я уже забыла все. 7 часов постояния на таможне. Течение сумасшедшее просто, нереально. Мы вчетвером сели в поезд с утра, а пацаны с утра сели в такси. Привет, ты куда поплыл? Практически невозможно против течения плыть. Тебя сейчас отнесет туда. Ну что, как ощущения у тебя? Офигенно. И клумбочка рядышком такая вот. Вот она, эта речка Реченька. Речка Реченька, райский уголок. Солнце, правда, скрылось уже, но... Да, ну, прикольно, что? Наоборот. Прикольно, но хоть не душно. Ну что, я еще разок, наверное? Ну, давай.
Вижу, приближается кто-то родной. Плывет он уже по всем известной реке Хвай. У нас тут такие цветочки красивые. Вот смотрите, как он плывет. Не шевелит ни руками, ни ногами. Хорошо тебе? Hello. Hello, boy. Сейчас будем смотреть, как он вылазит отсюда. Здесь очень сложно вылезти на самом деле. Я вот вообще как корянка. Так. Давай.